Всем привет, меня зовут Майк, вы смотрите ежедневные влоги Cam with Man. Я еду на работу, сегодня 4 сентября, это среда. И уже без 3 минут 11, ну нормально, я успеваю, тут осталось совсем чуть-чуть. Посмотрим, что нас ждет на работе, какие сюжетики монтировать, какие штучки-дрючки. Друзья, я сижу на работе, уже съездил на обед. Вот, здесь, кстати, я соседи у меня радио «Серебряный дождь». Вот это тоже наше, как бы, наше ответвление. Сижу, работаю, в общем. Друзья, я уже дома. Сейчас скидываю фотографии там нужные нам на комп с жесткого. И еду к Алиске, собираю все свои вещички, еду к Алиске. Вот, не знаю, что сегодня будем еще делать, что успеем. Уже, в принципе, 7:30. Вот. Завтра у Алисы день рождения. Завтра день рождения еще у моей мамы, поэтому... нужно будет что-то замутить. Не знаю, сегодня я без машины. Завтра, надеюсь, к вечеру я буду уже на машине, потому что нужно будет помотаться. Вот, но завтра будет завтра, а сегодня сейчас собираюсь, буквально жду, когда доскинется. Там осталось 60 секунд. Мне нужно быстренько одеться, все это кинуть в сумку и отправиться в путь. Только собрался, блин, и не тут-то было. Позвонила Алиска и сказала, что заберет меня сама. Так что мы теперь едем на машине, едем в Уютеру, она же Мега, она же Ашан, она же Икея. Нужно что-то посмотреть, что-то купить. Посмотрим, еще сами не знаем, что купить, но нужно что-то купить. Вот. Подарок. Да, подарок. У нас ровно час. Да, и у нас ровно час, реально, потому что сейчас 9 часов, а в 10 закроется. Но ты не торопись, я тебя прошу. Друзья, мы приехали... к нашей любимой Икее, она же Мега, и встали около Медиамаркта. Все, выходим. Мы купили, что нужно, в подарок для мамы, вот, и отправляемся. Ну, ты, и что ты? Ты уже решила же. Нет? Зимой, завтра день рождения. Да, вообще-то я уже 500 раз уже встал. И вчера, и сегодня. Ладно, что, пройдемся еще или уже все? А чё, куда 20 минут осталось? Пойдем, едем домой. Хватит, ну спасибо, мы уже так кушали. Короче, 15 минут до закрытия. Чуваки, у меня насморк. У меня, не знаю, то ли акклиматизация, то ли чё. Ну, я не помню, кстати, после Турции тогда заболел я или нет? Нет. По-моему, нет. Ну, потому что я в Турции, до Турции. Я сама заболела. Да. Я тоже в Самаре однажды болел. Ну, списали на акклиматизацию. Ну, может быть, нахлестался холодного тогда. А сейчас, мне кажется, я под кондером просто сидел и, по-моему, простыл. Потому что я, походу, заболел. Да. А еще хочу подстричься быстрее. Мы сейчас проезжаем аэропорт. Я не буду вам показывать, потому что слишком темно. Но я вижу самолеты, которые улетают в теплые края, из которых мы только вернулись. Вернулись, но я уже скучаю. Я, кстати, смонтировал все уже влоги греческие. Вот, но, кстати, надо еще один сегодня опубликовать. Это последний, по-моему, будет, 16-й. Вот. Я монтирую прям и скучаю. Мы, друзья, проезжаем те места, по которым гуляли позавчера. Да, позавчера же мы здесь шарились. На Богдана Хмельницкого. Вон. Вот этот перекресток, и вон там, за перекрестком, мы... снимали деньги. А, мы не снимали деньги, мы платили за интернет. Я уже все перепутал. Завтра заплатим за это. Госпошлину. Да, госпошлину. Паспорт же надо менять, Олесь. Вот. И остаются считанные дни. Недели остаются до того, как ей выставят штраф. Да, но нужно заявление. Че я все время тебя дублирую? Ты что, ты говоришь? Я привык, что ты за кадром, я постоянно тебя дублирую. Это непорядок. Давай, говори громче. Что... Ай, оу, нормально. Вот, все, мы проезжаем парк ВЛКСМ и скоро будем уже дома. Увидимся с вами, друзья, дома. Ну-ка, валите быстрее. А ну-ка, валите, габелы. Что, чуваки, мы уже дома. Сейчас скидываем на телефон очередную серию «Во все тяжкие» и ложимся спать, посмотрим серию. Нет, будем с одного наушника слушать. Да, я не брал с собой этот разветвитель на два наушника, так что будем слушать одним ухом. Сейчас покажу вам нашу кровать.
Это пол. Это Алискина кровать, но она узкая, поэтому мы решили здесь такие одеяла. Где там они? Такие толстые. Толстые. Тут, короче, 4 слоя всяких одеял. Ну, нормально, кстати, не твердо. Вообще классно, даже спина реально вся вытягивается. И ширина всего лишь 1.10 м. 1.10 м ширина. Ксения, тут столько. Все. Сейчас Алиска замерит. Реально здесь, возможно, столько же, сколько и здесь. Нет, меньше. Ну, это всяко меньше. Это получается у нас практически полуторка, а это одиночка. Нет, здесь 85. Все понятно. 1.10 м против 85, нормально. Живем. Ладно, друзья, увидимся с вами завтра. В завтрашнем влоге обязательно поздравляйте Алиску в комментариях. А, это они только увидят, когда. Ну и что? Ну и что? Да, выкладывать не знаю, когда буду. Ну, сейчас я сейчас один влог еще выложу. Я скоро, мы же по 3 выкладываем, так что скоро все войдет в нужное русло. Все, друзья, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на Twitter, на Instagram, смотрите, читайте. С вами были мы. Покеда! Hi, my name is Michael. I watch